Как считаешь, какое будущее ждет нашу игру, если на выборах президента США победит Камбала Харрис? Ты что, дебил, что ли? Ребята, он конченый. Какая нафиг Камбала? Какое мне вообще до нее дело? И до выборов этих президентов, блин, которые за океаном происходят. Ты что, с дуба рухнул, Кэп? Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Ракутагин, Капитан Очевидность, Варфейс. И нет, не Камбала Харрис. Мы убиваем САВ-200, сука. Кэп, ты вообще конч, короче, у тебя в голове непорядок. Потому что ты дебик. Да иди в жопу, я по факту говорю. В рот мне ноги. О. Я сам в ахуе. А ведь этого малыша улучшили. Ну что скажешь теперь? Лучше он Хани Беджера или все-таки нет? Спроси Камбалу Харрис, понял? Да. Итак, ребятки, САВ-200 выбит, сука, золотая версия. Сразу встает вопрос, насколько он нагибной, особенно если сравнивать с Хани Беджером. Да, именно так. И, пожалуй, пришло время, особенно если учитывать, что САВ у нас апнули, пришло время все это хорошенечко глубоко и надежно обсудить. И не будем тянуть резину, скажу так. САВ-200, пожалуй, все-таки теперь лучше, нежели Хани Беджер, но разница не так, чтобы космическая, я бы так не сказал. Процентов там, ну, на 10-15 САВ будет получше. В целом, как бы ощущается понагибнее, поприятнее. Из преимуществ перед Хани Беджером можно выделить магазин на 45 патронов. Это как бы аргумент, я считаю. А также более хорошая кучность. Кстати, мод на кучность здесь не обязателен, поэтому как бы один мод свободен. Это с одной стороны, а с другой стороны САВ-200 хорош тем, что на большой дистанции его родной кучности хватает, чтобы очень эффективно стрелять в голову. Хани Беджер же в этом плане, ну, прямо скажем, особо не блещет. На больших дистанциях вот есть какой-то разлетик такой. Нет, скажем так, резак эффекта на стрейфах идеального. В общем, чувствуется, что пушка заточена именно под небольшие дистанции. Ну, какие-то более-менее средние, да. На дальних, извините меня, снова пожаловал наш старый друг, господин Отсосницкий. Да, я знаю, многие из вас ожидали, что я вновь назову Сосо Павлиашвили, но он нынче в отпуске, не будем человека беспокоить. Также САВ теперь немножко лучше ПТТХ, раньше он был чуть-чуть слабее. Но при всем при этом у Ханьки есть один большой плюс, которого нет у САФа. И это, друзья, конечно же, интегрированный глушитель, который не режет урон и более того, работает как пламегаз во многих ситуациях. В общем, аргумент весьма нагибной. Потому, если кто-то вам говорит, что САФ намного лучше, чем Ханька, а кто-то говорит, что Ханька намного лучше САФа, не слушайте их. Реальность такова. САФ, да, немножко лучше, процентов на 10. Но разница не колоссальная. Выбивать или не выбивать, решайте сами. Если вы мейн-инженер, ну, наверное, скорее да. Если же вы мультикласс или инж для вас класс второстепенный, то, в принципе, с Ханькой не так уж и много вы потеряете. Сборку в студию! Согласен, пора бы. Вот она, эта сборочка, друзья. Сочненькая, нагибная. Как вы видите, здесь нет кучности, но, как я уже сказал, кучность здесь особо не нужна. А вот что действительно нам потребуется, так это мод на отдачу. Ибо отдача здесь, с одной стороны, не сильная, но и из-за увода вправо порой эта отдача при прицеливании как-то вот, ну, существенно мешает. При наличии же соответствующего мода проблем никаких нет. Идеально жмется в точку, хороший трекинг, великолепные переводочки-наводочки, деточка, да? Ах, сука, глубоко. С таким комплектом Фомае САВ-200 покрывает потребности большинства игроков и порой приводит к значительному возгоранию жоп противников. Учитывая все вышесказанное, полагаю, что ты в очередной раз захочешь хорошенечко понагибать. В связи с этим есть к тебе просьба. Не надо пихать за щеку пабликменам. Иди-ка, братишка, на РМ. И чё ты думаешь? Ты меня такой вот просьбой напугал? На слабо берёшь? Да как нефиг делать? Действительно, друзья, пойдём-ка на РМ и хорошенечко там понагибаем. Это типичный новичок Warface. И сейчас
произойдет неизбежное. Если ты хочешь другой судьбы, то воспользуйся ссылкой в описании. По ней как новых игроков, так и ветеранов ждут отличные подарки. Уникальные внешности и оружие на каждый класс. Яркие достижения, красивый брелок и камуфляж на пистолет Sig Sauer. А при первом пополнении счета плюс 100% кредитов придет. Врывайся, братишка. Warface тебя ждет. Да блин. Курва, пердоли. Идиот, сука. Заткнись, какие пердоли. Все нормально. Пацаны, ресните. Вот, дым положили. Давай, красавчик, меник, давай. Есть. Ну, ребятки, мы-то понагибаем сейчас. А ну, иди сюда. Даблкил, детка, вот так вот, да. А тут кто? Бомба обезврежена. Мы проиграли. Мы уничтожили. Вот так. Нифига ты наглый. Ходит такой спокойно. С почином, рачина. Благодарю, Днарина. Собственно, это был Headshot, baby, you got. Бомба. Да, именно так. Где-то здесь, да? Осторожно, граната! Да, детка, прожарка успешна. Вот так вот. Это наши стандарты, это я понимаю. Это наши стандарты. По-любому здесь выйдет. Давай. Да, детка, вот так. Не сработало, правда? Да. По статистике, руки, растущие из жопы, это самая распространенная мутация на Земле. Это неправда, Кэп. Последние исследования показывают, что самая распространенная мутация на Земле – это мозг размером с грецкий орех. Как раз твой случай. Лови. Ах, блин, я не подумал. А хороший все-таки у тебя дебилизм. Как раз для шутка. Вот так, детка. Ну давайте, давайте, голубцы. Давайте, мои хорошие. Ага. Хедшот. Да, блин, чуть-чуть. Это было хитро. О, именно так. Так и было задумано. Покакать, наверное, присела. По-любому. Так, ну они-то думают, что мы на другом пленту. А мы здесь. Мы-то красавчики. Правда, мы в меньшинстве. Их сейчас пятеро, но... Да, блин! Сука, вот это, конечно, не успех. Вот так, вот это успех, детка. Очень даже успех. 2-2. Имеем право побеждать, я считаю. Так. Думаю, где-то здесь кто-то пойдет, правильно? Блин, они резаются. Ага. Вон оно как. Давай! Да ну блин! Так вот. Вот так вот, детка! Отлично. Да. Есть. Подфартило тебе, Рокутагин. Ну? А не хочешь ли повторить? А почему бы и нет? Очень предсказуемая мина. О, да-да. О, видел? Где ты таких вообще бичей берешь на РМ? Никакие не бичи, нормальные игроки, блин, Кэп. Играть надо уметь. Такие, как ты, потом пишут в комментариях, где ты таких бичей берешь. А потом заходишь на паблик или на РМ. Сука. Они и есть те самые бичи, понял? О, хедшотики, детка. Да. Не, ну вот медик за углом, это просто база, сука. Это какая-то непредсказуемая тема для меня. Засунь свой корс, знаешь, куда себе. Отличный тест оружия, братуха. Нормально, нормально, сука. Молотов тоже оружие, я так считаю. Правильно, друзья? Это отличное дополнение. Вот. Даблкил. Ну ладно, фигня. О, молодцы. Именно так, сука, вот эти нотки уважения мне нравятся. Не ждали? Да, я пришел. Маскировка включена. Да, именно она самая. Вот так вот. Хорошо.
Вот, минка сработала. Вообще великолепно, я считаю. Граната. И здесь нет? Вон он! Хедшот нет! Сочно. И прочно! Да, блин. О! Вот так вот, да! Да, отлично! Блин, вообще идет шоколадно! Так. Ой, блин, жопа, больно. Тихо. Блин, задница-то какая, ну. Да. Хотя ты и был поставлен на место путем попущения, вынужден признать, это было весьма неплохо, и пушка меня впечатлила. Согласен, пушка реально хорошая. Но, друзья, давайте по нашей доброй традиции все это дело хорошенечко полирнем, отшлифуем на паблике. Так. Сука, глаза разбежались. И булки раздвинулись. Иди нахрен, какие булки, сука. Минка. Минка всегда как бы подстрахует. Вот так. Да где они, сука? Вот. Где-то еще вот тут должен быть. Тихо. Давай. Это было тупо. Да, было тупо, и че? Засада. Да. Засада, и мы засадим, я их уже слышу. Так. Ну ладно, ничего страшного, главное получилось. Вот тут давай. Есть хедшот. Навык аима, ну ты сам понимаешь. Да, выше среднего. Граната! Осторожно, граната! Нифига себе, вот это, сука, наглость. Просто вот так взять и зайти к нам. Главное же, сработало. Куда наши глядели, я понять не могу. Блин, и там, и здесь вроде есть. Хоп! Хедшот! Хедшот, детка. Что, братан, новые наушники за 8000 тоже не помогают? Да при чем тут наушники, сука? Наушники покупаются для музыки. В Warface ни одни наушники не помогают, запомни. Хедшотики. О, даблкил пошел. Ну-ка. Да блин, как меня задолбали эти верхолазы. Так. Это каким образом ты хедшот поставил? Как это Warface, это база. Стреляешь в пятку, попадаешь в голову. Стреляешь в голову, попадаешь в пятку. Забей. Просто не думай об этом, брат. Все хорошо, хедшот значит хедшот. Хедшот. О, сука. Значит хедшот и точка. И вообще не важно, куда там ты стрелял. Сказали хедшот, значит хедшот, сука. Лицо закрыто. Все, принимаем факт. Обзор на молотов. Великолепный обзор на молотов. Вон, сука, не та кнопка, ёпарасоте. Спасибо, что резнули. Да, детка, я оправдал ожидания. Так, прописано, сука. Готов. Ага. Есть. Где-то здесь еще должен быть. Давай, голубчик, выходи. Это вот тут он. Да! Да, детка, вот так. Да, детка, вот так, сука. Я считаю, это успех, друзья. Ой, мой пирожочек бежит. Вот так. Давно я такого не видел, чтобы тебе приходилось на паблике потеть. Ну, Кэпчик, знаешь, всякое бывает. Бывает паблик более остросюжетен, нежели РМ. Да, друзья. Даже Буся с этим... Согласна. Новый САВ прекрасен. Это действительно очень мощное оружие, которое все-таки пусть и чуть-чуть, но получше, нежели Хани Бэджер. А вот выбивать его или нет, пусть каждый решает сам. С вами был Ракутагин, капитан Очевидность, прекрасная Буся, прекрасный Варфейс, прекрасный САВ. И мы увидимся с вами. Так что же, Ракутагин, ты все-таки думаешь про Камалу? Слушай, братан, никакого Камала я не знаю. Отстань. Нагибы.